Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале «Блог мусульманки». И сегодня подошел наконец тот самый долгожданный момент, когда мы определим победителя конкурса от Ума Арт и, собственно, моего канала. Но когда я объявляла конкурс, честно говоря, я не ожидала, что будет так много откликнувшихся. Поэтому я задумывала, что просто генератором случайных чисел я выберу число, отсчитаю это число спокойненько и выберу этого человека. Но наличие... Но наличие более 1500 участников... 1237 публикаций, а не полторы. Натолкнуло меня на мысль, что все-таки считать придется долго. Поэтому мы воспользуемся методом тыка, вот этим волшебным пальчиком. Нет, не волшебным, а то это шутка. Я открыла все ваши фотографии. Для начала я их прокручу, потом метод тыка выберу первого, второго и третьего. И проверю, все ли условия были выполнены. Если бы условия не были выполнены, хоть одно какое-то, то извините, пожалуйста, человек выбывает. Камера, иди сюда. Итак, хэштег был «Хочу подарок от нижнее подчеркивание Ума, нижнее подчеркивание Арт». 1237 публикаций. И сейчас мы определим методом тыка победителя, который займет третье место. Я прокручиваю до конца бегунком прям. Бегунком прокручу. Давай, 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 давай. И просто вот так вот тычу. Первого попавшегося. Это Рамина 95. Выходим посмотреть, подписана ли она на нас. Посмотрим, подписана ли она на нас, как было заявлено в условиях. Ума Арт, она подписана. И на меня тоже подписана. Поздравляю, Рамина, ты оказалась на третьем месте. Мы с тобой обязательно свяжемся. Такая я тут везде разная. В некоторых я такая черненькая. Так, выбираем теперь победителя номер два. То есть второе место. И отматываю. Вперед. Назад. Давай, спускайся, спускайся, спускайся. И теперь опять... Я хочу много перемотать. Много, 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 много. Ну. И вот так. Открыть в новой вкладке. Сабр 357. Хочу подарок от Ума Арт. От мы отмечены. Заходим посмотреть, подписано ли на нас Сабр 357. Подписки. На меня подписано. А на Уму Арт. И на Уму Арт тоже подписано. Сабр 357. Я вас поздравляю, вы на втором месте. Ну а теперь мы определим победителя первой номинации. Первого места. Я кручу. Кручу, верчу. Запутать хочу. Вперед, назад, два и три. Остановись. Открыть в новой вкладке. Ладно. Это... Сейчас, секунду. Аируше. Подарок от Ума Арт, момент Вайдан Ума Арт, мы отмечены. Зайдем теперь посмотреть, подписана ли девушка на нас. Так, на Ума Арт подписана. А на меня? А на меня? Вы видите меня? Я вижу. Вот, подписана. Девушка Аружан Шарип, вы выиграли. У вас первое место, мы с вами свяжемся. Ну что, я поздравляю победителей конкурса. В ближайшее время команда Ума Арт с вами свяжется.
И вы получите свои долгожданные призы и подарки. Можете даже придумать что-нибудь, какой-нибудь дизайн себе. Пока что можете обдумывать его. А те, кто не выиграл... Секунду, во мне просыпается Геннадий. А те, кто не выиграл, не расстраивайтесь, потому что в ближайшее время у нас будет много конкурсов. И как раз я готовлю один из них вот прям вот-вот-вот-вот с пылу жару скоро-скоро. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока, или как говорят мусульмане, ассаляму алейкум, рахматуллахи, абаракату. Да, и не забудьте подписаться и поставить лайк. Ясно?